даже среди узов они уже как бы изучают. Там два самых сильных уза, это Пирогова и Сеченова. Он говорит, Сеченова там более полтурный вуз, и можно за деньги экзамен сдать. А Пирогова там более серьезный. Процентов 40 сразу отсекается. Если не 50. А вот эти родственники Николаевны уже поступили дети куда? Девочка учится в школе. Мальчик. Ну, мальчик в каком-то он Редко 8 приходили. Как-то мы ну, были на дне рождения, вот мы не были, они у нас были. Это у них два сына, которые? Да. Ну, Саша уехал давно, уже лет 15. А кто приходит? Троюродные какие-то? Ну, это дядя Витя, двоюродный брат, Федор Иванович. Они, получается, троюродные. Первый год жили на рыбе, рыбу ловили, рыбу кушали. А, свет выключать. Не надо, деда не буду видеть. Да не надо, неси. Опять никто не видит. Днем рождения тебя, днем рождения тебя, днем рождения, днем рождения, днем рождения тебя. Ура! Пять. Ума осталось на 5 десятков, все. Смеешься. Вот так, Ленька. Больше дедушки нет. 5 свечек. Ну, дали, все. Ну, еще всем да, чай. Больше 4 лет, так весь торт испортишь. Всем чай?